сочетать работу и отдых, либо которые превращают свою работу в отдых. Но есть люди, которые не умеют отдыхать. Учитывая всю мою лень, я не могу иногда расслабиться, не могу иногда отдохнуть. Именно поэтому иногда у меня наступают периоды, когда я эмоционально истощен. Мне не хочется говорить, мне не хочется снимать, мне не хочется вообще ничего. Последние два эпизода я снял почти в один день. И после этого у меня наступил промежуток, когда было очень много работы, я был очень занят. И я поймал себя на том, что я устал и я не хочу снимать, я не хочу что-то делать. Именно сегодня я хотел поснимать очень много. У меня были большие планы на сегодняшний день. Я сегодня не снял вообще ничего. Я вышел из дома, у меня был полностью заряженный рюкзак. Я даже взял несколько гаджетов для телефона, там дополнительную батарею. Короче, я шел снимать, но не снял ничего. А до этого у меня крутились такие мысли, что иногда надо дать себе отдохнуть. Вчера я посмотрел кино, сегодня работал, занимался немного другой деятельностью. То есть сегодня у меня получился день немного других занятий, нежели обычно. То есть я работаю, снимаю, монтирую, и вот так вот проходят мои дни. И когда делаешь одно и то же, даже если тебе это нравится, это неизбежно, ты будешь уставать. Как раз со мной это и приключилось. И я дал себе такую установку, что сегодня я буду отдыхать, сегодня я сделаю день немножко другим. Я не снимал ничего на улице, были кадры снимать, но я даже не стал доставать камеру. Иногда требуется немножко помолчать, иногда хочется немного просто походить, посмотреть, не снимая. И, собственно, придя домой, я поймал себя на том, что я, отдохнув, захотел снимать снова. Весь мой день был сегодня необычен, и этот эпизод тоже будет довольно необычен. И моя мысль сегодня такова, что даже если вы занимаетесь любимым делом, вам нужно отдыхать. И отдых не в том плане, чтобы поваляться на диване, а в том плане, чтобы заняться чем-то другим. Если вы целый день сидите, надо пойти побегать. Если вы целый день бегаете, надо посидеть. И даже это видео, оно будет немного другим, и я уверен, оно в некоторой степени может выделяться из всего контента, который я делаю в последнее время. Отдыхайте, давайте себе время отдыхать. В этом плане я могу вам посоветовать очень классную книгу «Как работать 4 часа в неделю». Я ее читал давно, очень много в ней интересных мыслей. Она была одним из тех факторов, которые на меня повлияли и позволили мне вывести такую теорию, что чем больше работаешь, это не значит, что ты будешь больше зарабатывать или ты будешь делать лучше. Суть этой мысли в том, что для того, чтобы делать более качественно, надо отдыхать. И, к примеру, если мы берем рабочий день целиковый, если мы берем целый рабочий день вот целиком и растягиваем процесс на этот день, то тогда получается, что мы целый день в этом варимся, что-то делаем, трудимся. Но если же, допустим, у нас на весь этот процесс есть всего 3-4 часа, то мы уже думаем совершенно по-другому. То есть мы не нацелены на то, чтобы целый день это делать, а мы нацелены на то, чтобы быстро сделать и пойти по своим делам. Это очень круто. Это позволяет много успевать. Я обязательно сделаю видео про свой распорядок дня, в котором я эту мысль разовью подробнее. Если вы ожидали какое-то видео про технику, я перед вами извиняюсь, но я считаю, что только про технику это скучно, поэтому мы будем обсуждать еще многие интересные вещи. Окей? Okay?